Что волнует сегодняшних старшеклассников? О чем они думают и переживают? Глава города сегодня побывала в 43-й школе промышленного района Самары. Такие встречи с 11-классниками самарских школ Елена Лапушкина проводит регулярно. Совершенно точно понимаю, что это, ребята, это наше очень близкое будущее. Как они себе представляют развитие города, что их беспокоит, что их тревожит. И, конечно, рассказать в том числе и о городе. И, возможно, они сделают какие-то предложения для города, что тоже будет очень важно и очень ценно. Ну и в дальнейшем, конечно, я продолжу встречи с ребятами. Глава города также осмотрела школьный музей, посвященный Алексею Красильникову, герою Советского Союза, сержанту 156-го полка 6-й гвардейской армии. По словам учителя истории Игоря Богданова, школьные музеи играют большую роль в воспитании подрастающего поколения. Музей воспитывает в детях не только патриотическое чувство любви к родине, это еще и способ объединения ребят, создания сообщества, в котором они прекрасно понимают, что есть определенные способы взаимодействия, правила этого взаимодействия. Они чувствуют плечо, в том числе старшего товарища, поскольку в музее всегда обычно работают группы разновозрастные. И все это вкупе, я думаю, способствует социализации личности и гражданина. Елена Лапушкина осмотрела школьную столовую. Летом здесь завершился капремонт. Обновили не только оборудование, но и зал. Горячее питание готовится прямо в стенах учебного заведения. Вопрос питания – это один из главных вопросов, которые мы решаем. Но мною замечено, что в новом пищеблоке у нас увеличился охват питания. Дети с удовольствием ходят в столовую. Было заменено все оборудование. Был произведен капитальный ремонт всего обеденного зала, поэтому мы, пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо за то, что нам помогли решить этот вопрос. В школе обучаются 27 детей, вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Общалась со старшеклассниками глава города традиционно без камер. Виктория Шарая, Константин Головин. События.